Более 150 артистов, около 40 концертных номеров – подарок всем жителям республики. Их цель – погрузить в праздничное настроение даже самых маленьких. Два госансамбля – Ингушетия и Доулис, солисты и творческие коллективы, а также популярные исполнители со всего СКФО. Азнаур, Ринат Каримов, Элина Дагаева, Лиза Ахмедова, Анора – обрадуют фанатов своими выступлениями. В нашей практике это вот за последние годы впервые. Мы поменяли формат новогодних мероприятий. Если в предыдущие годы у нас республиканское мероприятие проходило в Магасе, на площади Алания, то в этом году мы решили сделать такой подарок жителям республики в комфортных условиях, красиво отдохнуть в зале. Любимец многих республиканских, российских и международных мероприятий, государственный ансамбль «Ингушетия» подготовил новую программу. Солисты собираются окунуть зрителей в прошлое, напомнив, как раньше наши предки праздновали Новый год. Мы с коллективом государственного ансамбля народного танца «Ингушетия» подготовили некий пролог, который называется «Пара». В этом прологе мы хотим передать зрителю, как раньше в средневековье люди встречали Новый год. То, что в нашей истории это тоже было. Всего и не расскажешь. Участники не спешат делиться всеми музыкальными подарками, которые ждут жителя региона в понедельник. Начало праздничного концерта в 6 вечера. И начнется он с детского блока. Самых маленьких зрителей до 19:00 будут развлекать аниматоры. Хотя многие взрослые тоже не прочь окунуться в ностальгию в детских спектаклях. Концерт он огромный, разнообразный, разножанровый, разнотематический, абсолютно охватывает разные категории населения. Это от самого маленького возраста детей и, конечно же, для молодежи и, соответственно, для пожилых людей. То есть в рамках данного концерта Министерство культуры и архивного дела Республики Ингушетия поставило такую задачу, чтобы максимально население привлечь и дать им в преддверии Нового года хорошее новогоднее настроение. Самое главное, чтобы творчество немножко помогло им быть в хорошем настроении и встретить этот праздник. И в начале самой концертной программы мы планируем дать детский мюзикл-концерт по страницам добрых сказок, где детки смогут увидеть Деда Мороза, пообщаться и окунуться в пространство добрых сказок, где сказочные герои приготовили добрые песни, которые как раз-таки нам очень сильно не хватает. Площадка для комфортного времяпровождения, дворец спорта, 3000 посадочных мест для зрителей. Здесь открыто кафе, чтобы подкрепиться, не выходя из здания. А за отличный звук отвечают колонки мощностью 20 киловатт. К мероприятию мы подошли ответственно. Министерство культуры собрало много организаций ответственно для проведения этого мероприятия, именно по обеспечению звука. И вот все общими усилиями мы обеспечиваем звук этого зала, чтобы зрители получили удовольствие. Репетиция проходит без сучка и задоринки. Солисты отрепетировали каждый номер по несколько раз. На праздничный концерт приглашают всех. Вход свободный. Артисты обещают зарядить праздничным настроением на год вперед. Хадия Добриева, Адам Гулоев, Магомед Шаухалов, Новости 24.